Граувац. Бросок опасно. Добивание. Гол. Гол. СК выходит вперед. 3-2. И опять забрасывают лидеры. Но, правда, в этот раз не Кузьменко, а Никита Гусев. За 45 секунд до конца. Либор Гудочек никуда не спешит. А, собственно, куда спешить? Но я думаю, минчанам обидно. Очень обидно. Да, наверняка. В меньшинстве. И тут, опять же, тут есть две вещи. Обидно, безусловно. Ну, просто обиднее, чем проиграть 3-8. Я это имею в виду. Нет, а я имею в виду, что, так сказать, что эту обиду можно направить и на себя. У вас же были возможности в большинстве в третьем периоде, да? И здесь, безусловно, как бы, так сказать, ну, вы отработали. И в итоге не хватило как раз одного человека. Да, вот что численное преимущество, оно есть численное преимущество. Один никем не прикрытый, остался Никита Гусев на дальней штанге. Но и свои возможности в большинстве у Минского «Динамо» были в третьем периоде. Я даже не хочу вспоминать про второй там или первый. А в третьем периоде возможностей было предостаточно. Да. А вот. Хотя сейчас это выглядит, ну, на самом деле, так тяжело со скамейки Минского «Динамо».